Тем временем в Китае после месяцев давления и критики со стороны международного сообщества китайское правительство отказалось от планов по внедрению программного обеспечения для интернет-цензуры под названием GreenDem. Еще в мае этого года Министерство промышленности и информационных технологий Китая сообщило производителям компьютерной техники, что они должны установить GreenDem на все компьютеры, предназначенные для продажи в Китае. Сейчас же чиновники утверждают, что программное обеспечение будет установлено только на компьютеры в школах и интернет-кафе. Остальным пользователям устанавливать GreenDem на свои личные или рабочие компьютеры не обязательно. Кроме этого, министр промышленности Китая Ли Иджун заявил, что это программное обеспечение с самого начала не было обязательным.